Двигаемся дальше. И у нас следующая пара весовой категории до 57 килограмм. Из красного угла встречайте бойца с Узбекистана. Мухаммад Садик Маткодиров! Кто будет чекать? Маткодиров Мухаммад Садик Узбекистан. Джанги 257 килограмм. Салам алейкум. Хаммага. Меня Анджан Вильят Улугнар Тумандамен. Краснодар шахрига, 2018 yil ishlash maqsadida kelganman. Bu sherlar jangini Instagram, Rustam Rahmonov Instagram kanalida ko'rib, bo'yga qanday istak paydo bo'ldi. Shu maqsadda keldik. Saperingimni ko'rdim, saperingimga omad. Krasnodar shahridagi barcha tanishlarga, Adigeyadagi o'rtoqlarga salom yo'llayman. Men yoshlikdan shu kurash sporti turi bilan shug'ullanganman. Bir yil karatega borganmiz. Shu sport yoshlikdan qiziqib, milliy kurash turi bilan shug'ullanganman asosan. Jangida qatnashishdan maqsadim shu o'zimni ko'rsatib, inshaalloh shu UFC-gacha darajasigacha chiqishda maqsadda shu yerlarga keldim. Идем дальше. Маткодиров Мухаммад Садик из Узбекистана, город Андижан, 22 года. Весовая категория пока прежняя, до 57 килограмм, рост 168 сантиметров. Напомню, что те, кто победил в отборочных боях, лучшие из них получат право биться в гран-при. Гран-при будут проведены во всех весовых категориях, и победитель получит уникальный 3D-пояс львиной битвы. А также будет и призовой фонд, достаточно солидный. Так что здесь, помимо того, что ты получаешь шанс проявиться, ты получаешь серьезный шанс побороться за очень ценный приз. Сегодня встречайте его соперника, представляющего Узбекистан. Атамурджон Ибрагимов! Ибрагимов Атамурджон, Узбекистан, Самарканд, 21 килограмм. Assalomu alaykum, mana ismim Ibragimov Otamurod. Men Kattaqo'rg'on shahridanman. Sankt-Peterburg shahriga 2018 yil kelganman. Ham bu yerda ishlab, ham trenovka qilaman. Trenerim Maksim Qo'ldoshev. Bu yerda oyna sexda ishlayman. Oyna sex ishdan keyin kelib trenovka qilib turaman. Men yoshligimdan sportga qiziqib, volley kurash bo'yicha Taylog Olimpiya zaxiralari kollejiga o'qiganman. Trenerim Sharif aka, Saif aka, Salomat bolalarni qo'liga trenovka qilganman. Yoshligimdan qiziqishim bo'lgan. Bizlarning zalda hozir ko'p bolalar sherlar jangiga qatnashib kelyapti. Men ham qiziqib, o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Men bu sherlar jangida kastingga bordim, kastingdan o'tdim va menga sapernik berishdi. Sapernikim Udarniy ekan. Men shunga Xudo xolasa inshaalloh chiroyli boy ko'rsatishga harakat qilaman. Вот так у нас оживились сейчас зрители. Атамурджон Ибрагимов из Узбекистана, город Самарканд, 21 год ему, 165 сантиметров рост. Очень интересный рекорд у него, я смотрю. В любительском ММА 10 побед, 3 нокаутами. Максим Кулдашев его будет секундировать. Ну что ж, это любопытно. Это любопытно, дорогие друзья. То есть уже достаточно опытный боец. Против него темная лошадка, дебютант. Посмотрим, кому из них улыбнется удача. Так, представляю вам бойцов данной пары. Справа от меня боец из Узбекистана, город Андиджан. Его возраст 22 года, рост 168 сантиметров. Приветствуйте, Мухаммад Садиков Маткодиров! А слева от меня боец из города Самарканд, Узбекистан. Его возраст 21 год, рост 165 сантиметров. Встречайте Атамурджонов Ибрагимов! Итак, рефери в октагоне Владимир Балла. Бойцу в середину пожали руки.
Внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем. Головой не бьем вообще. В затылок, позвоночник, пах не бьем. Локтями в голову не работаем. Коленями в голову можно работать только в стойке. За сетку перчатки шорта не хватаем. 30 секунд в партере работаем. Покажите красивый бой. По углам. Омон Булу. Первый раунд. Львиной битвы. 3. Ну что, ждет нас поединок между Маткадировым Мухаммад Садиком и Ибрагимом Атамураджоном. Судьи, время. Первый раунд. Бой! Начинается бой. Занимает центр клетки Атамураджон. Напомню, что 10 побед у него в любительском ММА. Опытный парень. Наносит мощный внутренний лоу. Вот сейчас как отвлекся он на покрытие. Тут же Мухаммад Садик его за это наказал. Нельзя ни в коем случае расслабляться ни на секунду. Получил два удара, но быстро восстановился. И сейчас сам находится в доминирующей ситуации. Может разбивать своего оппонента, может шею попытаться прихватить. Прекрасно это понимает Маткадиров. Он одну руку отключил своего оппонента, сдерживает ее и ждет, пока кончится время, отведенное на борьбу в партере. Но вот сейчас шею пытается прибрать Ибрагимов. Хорошо, грамотно защищается Мухаммад Садик. Все, закончилось время на борьбу в партере у нас. Ну что ж, Маткадиров тоже продемонстрировал, что с ним ни на секунду нельзя зевать. Можно пропустить мощный удар, который закончит эту битву. Лоу-кик, мощь от Мураджона. Развивает он атаку, проходит ноги. Ну, отдает шею Мухаммад Садику. Хороший захват, но нет контроля ногами. А вот уже сложнее все гораздо для Ибрагимова. Ему нужно терпеть или стараться разорвать этот захват. Все, вырывается он. Сам наносит несколько ударов. Сейчас уже его атака, его игра идет. Рушит он на голову оппонента несколько жестких ударов. Мухаммад Садик отдает спину. Продолжится он сейчас бой в стойке. Ну что ж, Мураджон демонстрирует тем, что да, свой опыт весь. Видно, что он не паникует в каких-то ситуациях, когда даже попадают сложные, но удушающие там или еще что-то. Спокойно выходит и сам идет в атаку. Попытка провести хайкик по защите. Ушира с разворота в печень. Подхватывает ногу оппонента, пытается перевести его в партер. Этому удается. Забирает спину, но сейчас снова будет гвоздить своего оппонента жесткими ударами по голове. Очень пассивная защита от Мухаммад Садик. Он не пытается вырваться, он пытается просто лежать эти 30 секунд. Получает достаточно серьезные удары, это урон, и в принципе поединок может на это остановиться, потому что пассивная защита – это сигнал для рефери к остановке. Вот и призываю сейчас Владимир Балава как раз именно к активной защите. Вот вы все слышали, дорогие друзья, Владимир Балава предупредил сейчас Мухаммад Садика, что еще раз так будет пассивная защита, будет просто бой остановлен, будет такого. Закончен первый раунд у нас. Хороший динамичный бой. И может быть именно вы будете первым чемпионом львиной битвы и примерите тот самый уникальный 3D-пояс. Бойцы готовы? Второй раунд! Бой! Начинается у нас второй раунд. Спокойно это Мураджон. Старается подобраться. Бэкфист. Но не подготовленный. Видел его Мухаммад Садик, успел уклониться. Хорошие атаки у Мураджона. Хороший арсенал, но он не маскирует свои сильные удары. Он не пытается их спрятать где-то в комбинации. Он просто их наносит. А Маткадиров пока что он тоже достаточно опытен и искушен, чтобы видеть их. Лоу. Лоу жесткий. Увесистый.
Если такие лоу-кики будут проходить, то к третьему раунду Мухаммад Садик уже будет их очень хорошо чувствовать, не будет таким подвижным. Мощный удар проходит у Мураджона. Пытается он развить атаку, идет в борьбу, валит своего оппонента, снова шею отдает. Вырывается. Тут же Мухаммад Садик пытается на треугольник закинуть ноги, отбрасывает своего оппонента, встает, сам проходит ноги. Ну, Ибрагимов четко чувствует, конечно, борьбу, хорошо защищается, хорошо контрит. Заходит за спину, пытается зайти за спину, по крайней мере. Мухаммад Садик его не пускает, снова зажимает он руки оппонента под собой. У него сейчас это вот основная фишка в защите. Подвязывается, чуть что, сразу подвязывает своего оппонента, ждет, пока поднимут стойку. Продолжается у нас поединок. Пять выцеливает этот Мураджон. Заряжается на атаку. Ну, Мухаммад Садику надо, конечно, уже самому что-то придумывать, поскольку пока что он проигрывает. И если он хочет пройти в гран-при, то ему явно нужно взвинчивать темп и самому атаковать оппонента. Затишье перед бурей у нас в клетке, дорогие друзья. Оба оппонента заряжаются на атаку. И вот идет вперед Мураджон, наносит удар, тут же цепляется в ногу своего оппонента, валит его. Снова отдает шею, правда, но сейчас с бокового контроля он находится. Тут вряд ли, конечно, для него какая-то опасность есть. То есть он сам еще пытается и в маунт залезть, воспользоваться ситуацией, пока его соперник поглощен удушающим приемом. Забирается потихоньку в маунт Ибрагимов. Ну что ж, сейчас начнется третий решающий раунд, посмотрим. Сделали какие-то выводы Мухаммад Садик, будет ли он сам пытаться вырвать победу или позволит Мураджону спокойненько докатить ее до решения в свою пользу. Но в глазах Маткадирова сейчас считается решимость все-таки закатить этот бой. Постараться добыть успех. Попытка хайкика от Мураджона. Идет вперед Мухаммад Садик, но слишком размашисто, слишком неподготовленно. Тут же сразу его Ибрагимов ловит. Переводит в партер. Шею отдает, но в опасности особо и нету. Плюс он еще ноги соперника пытается подвязать. Это тот прием, которому весь мир научил Хабиб Нурмагомедов в такой ситуации. Бой! Надо сейчас Маткадирову идти вперед, но он понимает, что очень опытный боец, перед ним очень опасный. Что можно нарваться на удар, на атаку и все закончится. Сейчас дилемма перед молодым бойцом. Атаковать или нет? Пропускает он лоу-кик. Уверенно себя чувствует очень Ибрагимов. Ждет на ошибке своего соперника. А может пытается усыпить бдительность. Снова проходит в ноги. Снова отдает шею, но при этом валит своего оппонента, зарабатывает баллы. Не выпускает его из-под контроля. Но вот сейчас пытается гильотину сейчас Маткадиров накинуть. Но ситуация не очень удачная для этого. Соперник находится сбоку. Может и дышать, и отжимать руки своего оппонента. Да и 30 секунд там всего, да, вот сейчас опять закончено время на борьбу в партере у нас. Сейчас пойдет концовка. Маткадирову нужно взрываться. Последняя финальная атака от него, тут больше уже ничего не остается. Ибрагимов это понимает и ждет.
Попытка Бекфиста с продолжением на middle kick. Сразу же переходит в ноги. Здорово, здорово. Связки видны, наработанные. Наносит несколько ударов. Опять шею отдает. Тут же резко заскакивает сбоку, чтобы не быть пойман в гард. Все очень грамотно сейчас делает Ибрагимов. Провел хорошую атаку в стойке. Неплохо защищается в партере. Стоп! Стойка! Стойка! Поднимаемся! Ну, последние секунды сейчас у нас поединка пойдут. Поднимает Владимир Балала бойцов в стойку. Попытка хайкика от Кадирова. Ну, видно, что устал. Ну и все, поединок завершен. Ну, Мухаммад Садик неплохо защищался. Друзья, у нас есть судейское решение. По истечении трех раундов в этом бескомпромиссном, интересном и длительном бою победу одержал боец из Синего Орла! Справедливое решение. Поздравляем Атамураджона Ибрагимова с победой. Благодарим Маткадирова Мухаммад Садика за интересный бой. Ну что, Атамуржо, тебе слово. Поздравляю с уверенной победой. Ассаламу алейкум. Ман куллок ботла падишки гелош Рахмат. Тренером Максим Кулдош. От души Акер Рахмат сизге, сизге Мустафа Акер Рахмат. Ман командам от души. Спасибо. Журам ойбей батта. Рахмат Гурджу. Рахмат. Омай Зубир. Ну что, мощно, мощно. Первый поединок, который у нас прошел всю дистанцию, да, Рустам?